Всем здравствуйте. Поехали мы с Вороном кататься. Время вечернее. Заметили вот двух косуль. Рогатый козлик и козочка. Куда-то все вправо смотрит. Но я как бы вроде никого там не видел. Может, мне от солнца отсвечивает, я не вижу. Вот такой красавчик. Насторожились, как будто бежать собрались. Не знаю. Отсвечивает мне. По-моему, там никого не видать. Может быть, он ближе навряд ли не подойти, наверное, будет поле, еще и с водой, ложиться в воду холодно, я так думаю. Так что поедем мы, пожалуй, дальше с Вороном. Вот так вот тут. Батарейка еще на камере у меня не подготовлена оказалась. На 20 минут пишет осталось. Может, сейчас пока еду и замерзнет. А может, и нечего будет снимать. Ну ладно. Сова кричит, не знаю, слышно, не слышно. Вот он, ворон мой стоит. Красавец. Тоже смотрит на косуль, да? Или на меня непонимающим взглядом. Опять, говорит, хозяин за старое взялся, когда, говорит, мы охотиться будем. Снега много. Сейчас везде все в снегу. Два дня снегопады шли. Да, ворон? Молодец. Вот три рогатика сразу. Вот еще четвертый. Плохо видно, далеко уже. Этот вообще не понимает, что все побежали. В
Приближение, конечно, хорошо цифровое. Вот сейчас 110 раз, но картинка размыта. Ну, хотя бы могу разобрать, что это козлы. До них около, уже, блин, не соврать бы, ну, метров 800 точно. Ну, как-то вот так. Звери есть. Тормознули сейчас с вороном одно место проверить. Вот сороки стрекочут. О, как это работает. Это еще не все. Вот еще летят, летят отовсюду. Ну где, говорит, еда, да? Обдирай быстрее. Вот еще вылетают. И там, короче, сидят. Там, и там, и там. Ну, кто тут после них выживет? Они козла, мне кажется, целиком съедят. Ничего не оставят. Раз я ехал вечером уже, ну, посветлее было. Они как раз все летели домой. Я тоже поверещал, они давай тут вокруг меня крутиться. Мне кажется, около сотни их тут живет. Вот так вот.